Замена лампочек в фаре Volkswagen Golf 7-е поколение. С обратной стороны фары находим крышку и снимаем ее. Цоколь лампочки проворачиваем по часовой стрелке и вытягиваем. Чтобы вытянуть лампочку, разжимаем цоколь плоской отверткой. Новая лампа вставляется просто в разъем. Далее вставляем ее на место и проворачиваем до четверть оборота. И закрываем крышку обратно. Чтобы заменить лампу ближнего света, прокручиваем дальнюю крышку на четверть. Цоколь лампы проворачиваем против часовой стрелки и вытаскиваем. Далее снимаем просто движением вверх. Новую лампу просто всовываем и фиксируем ее на посадочном месте, все в обратном порядке. Защитную крышку закручиваем по часовой стрелке. Для замены лампочки поворотов снимаем нижнюю крышку. Прокручиваем цоколь против часовой стрелки и вытаскиваем его. Чтобы высунуть лампочку из цоколя, просто тянем ее вверх. Далее все в обратной последовательности. Вставляем новую лампочку и фиксируем цоколь. Ставим лайк и подписываемся на мой канал.